Всем здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами схемой очень красивого, очень нежного узора. Он универсальный, подойдет абсолютно для любых вещей, для взрослых и для детских. И очень красиво будут смотреться этим узором вязаные пледы. Сложность этого узора заключается в красивом провязывании шишечек. Посмотрите, какая она интересная. Вокруг шишечки нет никаких отверстий. Такие шишечки выполняются при помощи крючка. У меня на канале есть мастер-класс, я оставлю ссылку в описании. Не буду делать подробный мастер-класс на этот узор. Я вам оставлю схему и покажу сложные моменты. Здесь есть провязывание 3 петель вместе, лицевой с центральной петлей. А с остальным, я думаю, вы сами справитесь. Вот схема узора. Раппорт узора состоит из 12 петель и 26 рядов. Здесь показаны только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжутся все петли изнаночными, в том числе накиды, которые мы делаем в лицевых рядах, также провязываются изнаночными. Чтобы получился узор, здесь нужны еще будут петли для симметрии. Это петли, которые вяжутся в самом начале ряда и в самом конце ряда. Их всего 11, 5 в начале, 6 в конце. То есть, чтобы связать такой узор, вам необходимо набрать количество петель кратное 12 плюс еще 11 петель и плюс, конечно же, 2 кромочные. Как вязать шишечки, вы посмотрите в видео. Ссылка будет в описании. У меня есть отдельное видео по таким шишечкам. И я здесь вязала шишечки из 8 витков. Сейчас покажу, как вяжется 3 петли вместе. Мы доходим до места, где нужно провязать эти 3 петли. И сейчас вяжу 3 петли вместе. У меня петли бабушкины, поэтому я провязываю их следующим образом. Сняла 2 первых петли, надеваю на спицу сначала первую петельку, а затем вторую. И вяжу 3 петли вместе. Все, получаются 3 петли вместе, лицевой, с центральной петлей, они не перекрещенные. Если вы вяжете классическими петельками, то у вас петли на спице имеют другой разворот. Они надеты вот таким образом. И тогда мы провяжем 3 петли вместе вот так. Также я снимаю 2 петли, надеваю сначала первую, а вторую надеваю на правую спицу, развернув ее вот таким образом к себе. Вяжем 2 вместе и снятую петлю накидываем на провязанную. Получается тот же самый результат. И дальше вяжем уже по схеме. Если все-таки вам будет что-то непонятно в этом узоре, то пишите в комментариях, я сниму более подробный мастер-класс. До скорых встреч, пока!